Друзья, мы во втором ролике научились радоваться восприятию, научились отслеживать и следить за тремя сенсорными сигналами. Вы, наверное, проделали эти упражнения качественно. И вот в этом третьем ролике мы с вами занимаемся эмоциями, ощущениями, чувствами, и это тоже приносит радость. Посмотрите на окружающий мир. И этот мир мы воспринимаем с неким трепетом. Вот этот старый пруд, немного заросший, вдали горизонты берез, а там есть и дома. И вот это все должно привносить нам радость в душе. Вот и этим мы занимаемся, так же, как и занимаемся разговором с предметами или кривлянием у зеркала. Мы смотрим на этот мир, воспринимаем его обязательно, концентрируя внимание на трех внешних сигналах. И в душе у нас возникает радость, некоторая сопричастность вот этому старому пруду или каким-то другим приятным для нас вещам. Работаем дальше над внутренним миром.